Основателем общественной организации «Мир детям» является Лариса Деревянко. Она воспитывает сына с особенностями развития и знает, как нелегко порой приходится родителям. Специально для детей с ограниченными возможностями сообщество проводит различные мастер-классы, поездки и мероприятия. В первой городской библиотеке организация отметила свой первый юбилей – 5 лет. Достигли мы того, что наши родители стали более общительные, потому что нашим детям есть куда выйти. Когда мы собираемся, дети уже говорят: дети наши будут. И когда у нас какие-то проходят мероприятия, у нас очень много народа. У нас родители приходят, они не стесняются своих детей. Как вот раньше детей не было видно на улицах. Теперь мы с нашими детьми занимаемся, мы ездим, устраиваем поездки. Слава Богу, что нам дают постоянно помещение, автобусы нам дают. Многочисленные друзья пришли поздравить организацию и ее подопечных. Единороссы поддерживают сообщество в рамках проекта «Единая страна. Доступная среда» с самого его появления. «Мир детям» за свою первую пятилетку объединила многие семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями. Это первый большой серьезный юбилей. Как у каждого ребенка, 5 лет – это уже уверенные шаги в жизни. И сегодня мы поздравляем не другую организацию. Мы сегодня поздравляем наших друзей. Мы сегодня поздравляем наших детей, наших родителей. Одну большую семью Одинцовского городского округа. Праздник есть праздник. Гостей ждали угощения, мастер-классы, выставка поделок и детские выступления. Именинники услышали множество теплых слов. А после юбилея организация продолжит свою важную работу. Дети ждут. Елена Морозова, Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».